преддверии Дня народного единства бойцам миротворческой бригады ЦВО вручили историческую копию штандарта 5-го гусарского Александрийского полка. На плацу Рощинского гарнизона собрались военные, ветераны вооруженных сил, участники локальных конфликтов, юнармейцы, а также представители общественной организации «Бессмертные гусары» в исторической форме на конях. Участников торжественной церемонии приветствовал командующий войсками Центрального военного округа. Мне выпала огромная честь, вручая штандарт 5-го Александрийского полка, прикоснуться к нашей великой истории, быть причастным к возрождению лучших традиций русской армии. С этого дня миротворческая бригада будет носить звание Александрийской. Предки современных бойцов прошли 3 турецких и 4 польских кампании, а также воевали с Наполеоном, где полк получил свое название «Бессмертные гусары». Мы 2 года ждали этого момента. Такого случая еще не было в современной истории, чтобы передали исторический штандарт современной воинской части. Хочется сказать слова благодарности это Верховному главнокомандующему, министру обороны Российской Федерации, также командующему войсками Центрального военного округа за оказанное доверие нести столь почетное наименование. Теперь копию исторического штандарта 5-го Александрийского гусарского полка будут использовать на всех торжественных построениях с боевыми знаменами бригады. В будущем новая символика появится на шевронах и эмблемах военных. Анатолий Головко, Константин Головин, события.